записывать на этот компьютер. Вот, запись мы включим. Вот. Значит, второе. Каждый должен сделать себе YouTube-канал. Обязательно. Потому что, смотрите, вас никто не узнает, если вы не будете маленькие ролики снимать. Всем задание на эту неделю сделать одно видео, отзыв о компании CrowdOne. Я постараюсь завтра сделать, я тоже не сделала. Я постараюсь завтра сделать и вам показать. Но текст я уже сбросила. Текст. Да. Оксана, я тебе тоже дам. Вот ты стала появляться сейчас в Телеграме. Так мне удобно, чтобы все мы были в Телеграме, девочки. Окей, хорошо. Да. Я текст вам дам, а вы уже подделаете под себя. Минуту-полторы. Угу. Отзыв. Берете телефон. Не стесняйтесь, да. Потому что, девочки, никто вам не поможет, если вы сами делать не будете. Взяли телефон, да. Так вот навели. Здрасте, здрасте, я вот Оксана, живу там-то. Я работаю с CrowdOne. Почему? Раз, полторы минутки, все. И скинете мне. Я это поставлю тоже на свой канал, но вы должны сделать каждый свой канал. Надо начинать уже канал. Видите, у всех, у кого каналы, у них проводятся презентации, да-да. И у них люди подсоединяются. А мы сидим так, как мышки. Нас никто не знает, никто не слышит. Хоть мы и там на Фейсбуке и все, но этого недостаточно, девочки. Фейсбук должен работать с Ютубом. Вы увидите видео, вот у кого-то какое-то видео, перезаливаете на свой Ютуб и уже от своего имени показываете. Ирина, я не знаю, как это правильно сделать. Я не умею это. Ну, я тебя научу, это нет проблем. У тебя же есть канал? Да. Все, там очень все просто. Я тебе покажу, я персонально тебе покажу. Хорошо, хорошо, что я не буду занимать сегодня времени, потому что команда... Я, знаете, что сделаю урок завтра? Как скачать любое видео и закачать себе на канал. Да, хорошо. Так. Это очень надо нам, потому что я вот смотрю Марка, много он выставляет вот эти презентации, но не свои, а ну, от своего имени, но это тоже хорошо. Я вот тоже так хочу. Потому что, смотрите, люди набирают CrowdOne и выскакивают его видео. У него вообще не было подписчиков, сейчас почти 3000. У меня 500 было и 500 осталось. Я тоже больно-то не шевелюсь. И сейчас я хочу вот тоже YouTube развивать. Угу. Вот. Значит, каждый день вы не забывайте, все равно добавляйте в Facebook себе друзей. Добавляйте в Facebook по своей округе, по своей стране. Понятно это, да? Да, ага. Да. Значит, в Телеграме каждый день 20 человек себе пишите, допустим, что-то, знакомитесь. Знаете как, да? Ага. Знаешь, Оксана, как в Телеграме? В Телеграме не знаю, как это, но я постараюсь узнать. Это очень просто. Я смотри, я сейчас тебе покажу. Сейчас просто поговорим, а... Какие вопросы есть, потом отдельно ты со мной, я тебе... Да, давай сначала организационные по этому. Смотрите, каждый день у вас должен быть навык. Каждый день навык. Я вот сегодня 20 человек отправила, добавила себе в Телеграм. Про роботов сразу вам скажу, даже не мечтайте, потому что это такая канитель. Оно, значит, то работает, то не работает, то тебя блокирует, то не блокирует. Так я вот 20 человек быстренько за полчаса, за 15 минут накидала за сообщения. Они мне потихоньку будут отвечать. Я пишу такие сообщения. Мы с вами, допустим, вот я круизерам пишу, потому что я... Ну, вы тоже можете писать. Я очень люблю путешествовать, развиваю свой Инстаграм, подпишитесь на мой Инстаграм. У вас есть у всех Инстаграм? Ермила, нет. Есть Инстаграм? Нет. Ты напиши другое. Ты можешь, если у тебя время будет, ты пиши, ищу какой-нибудь дополнительный заработок. Вы, может, предложите что-нибудь? Давайте обменяемся информацией. У меня есть, у вас есть. Ты слушаешь их, они слушают тебя. Вот. А, Оксана, ты тоже посмотри, что тебе.
Каждый, что удобно. Я пишу, что я круизы, все, они там мне присоединяются в Инстаграм. Я еще Инстаграм развиваю, кто смотрит за мной. Смотрите, Инстаграм я потихонечку тоже делаю. Да-да, я видела. Тоже тяжело, но куда деваться, девочки? Нам нужен Фейсбук, Инстаграм, Телеграм и Ютуб-канал. Это обязательно. Вот. Так, теперь... Значит, мы с вами должны проводить презентацию, учиться. Каждый выберите себе день, как вам удобно, какой день для вас удобно. Допустим, Оксана, тебе в среду удобно, мы с тобой проводим презентацию в среду. Соня, тебе удобно, допустим, во вторник, мы с тобой проводим презентацию во вторник. Научимся вот так неделю-две поработаем, потом уже вы самостоятельно будете проводить. Сократ сказал... Начни говорить, и я тебя услышу. Понимаете? Если мы с вами не будем говорить, нас никто не слышит. Какие бы мы золотые не были. Поэтому каждый выберет... Будешь Вот. Маленький. Какие бы мы с вами не были красавцы, если мы не будем проводить презентации, я вот смотрю за этими, за Европой, вы видите, иногда я фотки выкидываю, да, Европа, они проводят презентации. Посмотрите наши тоже другие, всякие, все ветки проводят презентации. Мы уже с вами лидеры, мы уже здесь, мы уже лидеры, каждый из вас лидер. Уже мы должны... проводить сами презентации. Давайте я вас неделю, две, ну три, мы вместе будем, потом вы заходите на свой YouTube и проводите. Я у меня, Ирина, извини, что я тебя перебила, у меня уже в картинках и текст уже готовы, только надо слепить это все и... Да. У Сони тоже готово, то есть Болгария тоже работает, Украина тоже работает. Сонечка молодец. Вот. Я тоже сделаю свою отдельную презентацию. Хорошо. И просто тупо надо делать, ребята, тупо надо делать. Я знаю, что всем тяжело, у всех работа, у всех дети, там внуки и все такое, но если мы это делать не будем... Потом презентацию, смотрите, каждый день кто-то один проводит. То есть вы же не каждый день будете проводить, кто-то один проводит презентацию. А потом берете эту запись и ставите себе. И мы с вами так будем, к тебе придет человек, к тебе придет. Потихоньку будут у вас группы расти. Без группы мы ничего не сможем сделать, ребята. Значит, посмотрите и скажите мне, какой день, хорошо? Много я сказала. Давайте начнем с этого. Вот. Значит, YouTube-канал у меня будет завтра готова вставочка для моих видео. Потом я вам каждому подарю, если вы сделаете то, что я вам сказала. Такую вставочку. Да, хорошо. Для того, чтобы вставочку вашу... Видели у этого, у Марка вставка такая, YouTube, там, из его фильмов? Да-да-да, это красиво очень. Так вот, поэтому вам надо снимать свои фильмы. Я не могу на вашу ставку поставить себя, правильно? Зачем оно? Реклама должна быть ваша. Допустим, Соня взяла тему какую. Почему я в Краудван? Сейчас первое наше видео, почему мы в Краудван. 1,5 минуты. Записали на телефон? Скинули мне. Поставили на свой канал. Потом еще что-то. Вот посмотрите, какие Марк делает. Вот он сидит, болтает, а его слушает, понимаете? Видео это очень много. Очень много значит. То же самое, вот смотрите, мы его сейчас записываем, да, на запись. Это тоже видео. Это тоже будет у нас запись. Понимаете? Да. Если мы не будем... Хорошо. Да. Работа... Первый год тяжело, ребята. Первый год тяжело. Но у нас такая компания, я вот все смотрю. А вы поняли по микстеру, что у нас будет? Да, да, да. 10 ноября уже запускается, да? Смысл не поняли. 10 ноября, да. Большие надежды на, это, да. На этот микстер. Я поняла, значит, это очень серьезно.
А что серьезно? Вот как ты думаешь, что серьезно? Вот, вот объясни мне, что серьезно? Ну, я вот вчера смотрела там, вот эта девочка, как она, что с Миллениум, она, канал Миллениум, она, о, что она переводит. Да, Яна, вот, Яна. Было, да-да, Яна, Яна. Угу. И вот, вот там с этим американским директором «Три звезды», и вот он сказал, что презентация «Микстерю», что у нас будет 10 ноября, и да, что это очень крутая компания заходит. И что, ну, нам светит светлое будущее, да, ну, надо поработать. Хорошо. А теперь, Соня, скажи, что ты поняла, что такое микстер? А, значит, я поняла, что микстер... Соня, компания... тебя пол лица видно только, пол лица. Сделай как-нибудь, чтобы... Экран на себя. Соня, я тебя слушаю. А все, Оксана, да, у меня. Да, да. Так, Оксана молчит. Соня, говори, Соня. Да, хорошо. Значит, Микстер – это компания, которая запускает занимательные игры, компьютерные занимательные игры, и которая будет запускаться 10 ноября. Угу. То я понял. Молодец. Так, а, наверное, Ермила ничего не знает. Нет. Будет знать, значит, будет знать. Не знает, значит, будет. Не знает. Ничего сейчас. Мы сами учимся, и другие будем учить. Смотрите, девочки. Не хочет, кто не хочет, мы заставим, кто не знает, мы научим. Да, вот смотрите, это значит, вот можете сразу представить. Netflix. Вы знаете, что такое Netflix? Netflix. Что? Netflix. Netflix. По телевизору. Netflix. Netflix. Вы видите это дома, телевизор смотрите, программа специальная, там это кино, все, Netflix, платишь, и целый месяц это любое кино ты смотришь. Так вот это наш микстер, это будет как Netflix, только на игры. И будет приложение отдельное, приложение, люди будут скачивать приложение, это, аппликацию на телефон, будут заходить, играть, а мы с вами будем получать деньги. Да, поняла. Они будут заходить, делать, допустим, на месяц покупать, на два, делать абонемент. Вот как Netflix. И это будет круто. Это такого еще не было. Еще никто не придумал то, что вот это, вот эти игры, чтобы вот так вот было. Понимаете? Поэтому это будет очень хорошо. Да. Старайтесь в целом понять, что это у нас площадка. До конца года еще 5 или 10, 7 будет этих новых компаний. И вы представьте, вот даже никого не привели, вы, допустим, не пригласили никого, да, и то вы будете получать там пассивный доход. Чем больше компаний будет, тем больше у нас будет пассивный доход. Но наша с вами задача больше рассказать людям, больше, больше пригласить. Наша сила в команде, ребята. Без команды мы никто ничего не заработаем. И люди должны понимать, что, ну, смотрите, я вот смотрю за другими компаниями, я тоже захожу, смотрю, да, ну, я не вижу, что лучше где-то есть, проще. У нас очень просто. Нам не надо быть докторами, нам не надо крема продавать, нам не надо косметологами быть, нам никем не надо быть. Нам надо быть просто менеджером по продажам. Продаем мы свою платформу и свой образовательный пакет. То есть, вот смотрите, мы здесь сейчас про что говорили? Что надо сделать YouTube, что надо научиться видео делать. Мы же образованием занимаемся. Да. Без этого мы с вами никак не сможем продвинуться. Люди думают, что вот сейчас приду в интернет, и все, пойдут деньги лопатой. Такого не бывает. Надо немножко, немножко научиться что-то делать, и тогда люди будут смотреть, ага, она умеет больше, чем я. Надо с ней больше пообщаться. Она такая же, как я. Мы должны быть простые, доступные для людей, ребята.
не такие, что мы крутые, мы там все знаем. Мы просто, мы научим. Вот что мы знаем сегодня, вот что я знаю, я вам передаю. И мы это делаем, ну, бесплатно можно сказать. Что такое 100 евро, да? Посмотрите, сейчас вот идут обучения, там и 100, и 200, и 300. Да мы сами все прошли это. И 1000 люди платят. А что платить-то? Когда здесь за 100 евро вы заходите, обучаетесь, и все, и у вас готовый бизнес. Готовый бизнес, готовая команда, и у нас содружество, ребята. Нас всех объединяет одна цель – помочь соседу, помочь родне, помочь друзьям и помочь тебе. Что скажет Ермила у нас по этому поводу? Не знаю. Не, вообще в целом, что ты скажешь? Ну, вот. Давай. Да. А. В целом, что ты скажешь? Не знаю. Вообще тебе хочется вот заниматься этим? Я знаю, что тебе тяжело. Да, да, да. Я говорила с две девушки. Так. И жду результаты. Ну ничего, ничего. Ты им подкидывай видео. Вот, между прочим, видео появилось очень хорошее. Маленькое. Я посылала все, что мы... Телеграм, нали, посылаем. Они у тебя в Телеграме тоже, да? Ты их скажи им сделать Телеграм и приглашайте их в Телеграм. Да, 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 да. Я говорила со мной, с ним, некогда видим, как позже станет. Соня, возьми вот этих девочек у нее и добавь их в свою группу. Ты знаешь, как добавлять, Соня? Да. Завтра я говорю с... Да, да, знаю. Вот, добавь их, добавь. Оксана, да, тебе хорошо. Тоже надо сделать группу в Телеграме. Окей, хорошо. Да, и тоже добавлять своих друзей, знакомых, с кем общаешься. Говоришь, давай группу создадим, будем общаться, будем меняться информацией. Вы уже лидеры, у вас должна быть группа. Да. Хорошо. Соня, допустим, пока Ермила, вы все в одной. Потом Ермила тоже станет лидером. Потом она отдельную группу сделает. Можно спросить? Конечно. Да. Значит, сейчас идет промоушен, Epic Promotion, про то, что забираешь белый пакет, получаешь Black, как было у меня. Так, да, да, да. Ну, да, но еще идет один промоушен про Life Trends. Это про платинное членство. Оно тоже до 12 сентября? Да. Значит, хорошо. Понял. Да-да-да, все правильно. Значит, вы смотрите, кто у вас заходит за 100 евро, он сразу автоматически получает 300. Да. А платиновый промоушен по туризму там, ну, я, например, пока вам не говорю, что мы еще с вами не заработали деньги. Мы как будем, я так считаю, заработаем деньги, будем покупать все это. Пока у нас с вами денег нету, поняла. Ничего не будем тратить. Да, поняла. А пока будем работать над созданием групп своих, за привлечение клиентов, презентация, там, канал, YouTube, вот организационные вопросы будем решать такие, ну и приглашать будем. Да, приглашать это обязательно, потому что иначе мы не заработаем деньги. Обязательно. Первое это приглашать, потом учиться. Сначала приглашать. Утром встали, время у вас нашло, сначала расскажите 10 человек про бизнес. Потом посмотрите YouTube-канал, надо что сделать. Потом еще что-то сделать. Но сначала надо, я тоже всегда, знаете, вот общаться с кем-то, это тяжело. Я лучше сделаю видео, я лучше сделаю это, да, и время тянется и тянется. А потом итог-то, команды нету.
А я смотрю, простые женщины, у них нету ни каналов, ничего, но они сидят и разговаривают, разговаривают с людьми. И у них большие команды. Да, хорошо. Вот. Поэтому, ребята, да, нам с вами надо вот просто обратить на это внимание и действовать. Раз мы уже зашли сюда, мы уже хотим, за нас никто ничего не сделает. Да, ни Марк не сделает, ни никакой президент не сделает. Давайте поставим себе такую цель, чтобы к Новому году вот директор одна звезда. Я вам еще скажу, кто из нашей команды будет выше рангом, я тому подарю круиз. Поедете в круиз вместе со мной. Мама дорогая. На корабле, когда круиз будет команда, команда, вот у нас есть ведь круиз Crowd One. Вот когда это все откроется, там директора собираются. А у меня уже столько много денег, я могу взять любого из вас с собой в этот круиз. Не обез... Допустим, если я даже не буду директором, я могу взять билет и ехать туда. Понятно? Здорово. Мотивация. Да, понятно. Да. Поэтому смотрите. Мотивация, здорово. Будем, давайте так. И теперь давайте попробуем хотя бы в неделю одного, каждый пригласит по одному человеку. Давайте поставим такую план такой. Да. Давайте. Да. Хорошо. Вот. Теперь в понедельник всегда вечером. Ирин, кто первый пригласит, тот едет. Нет. Первая ласточка. Чтобы никому не было видно. К этому времени поедет. Кто будет выше ранга. Так что приглашать. Хотя бы по одному человеку давайте попробуем каждый пригласить. И у вас еще есть бесплатные, да? Пакеты есть еще бесплатный пакет? Нет. А, нет, у вас... Сейчас нет. Вот у Мадлен... Они были. А, нет. А, у вас вот вы пригласили вот Ермила и Мадлена. И Миклену. Да, да. Миглен. Хорошо. Да. А у тебя, Оксана, у тебя ты записала кого-то еще? Ну, я свои уже все использовала. Все. Mm-hmm. Вот тут тот один, что я тебе давала, вот там уже срок уже. Да. Не, я просто думала, что если у вас просто он записан на кого-то, то вы можете кому-то дать, кто вам нужен будет. Вот у меня несколько человек, у меня несколько пакетов, я просто так записала на людей. И если я увижу хорошего человека, который хочет работать, то я смогу ему это форму. Мы уже знаем, как это делать, да? Да. У нас уже практика есть. Так что... Да, хорошо, очень хорошо. Так, ну кто еще что может сказать? Я все сказала. Значит, завтра, послезавтра вы мне даете дни, когда мы проводим с вами презентацию. У каждого свой день. Uh-huh. Если у вас по работе, допустим, там что-то поменять, то заранее скажите, хорошо? И мы будем проводить прям по плану презентацию. Да. На Фейсбуке, на Ютубе будем проводить. Так. У меня все, ребята, если у вас еще есть что-то, давайте дополняйте, если нет, то тогда закругляемся. Мы с вами ровно полчаса. Да-да, полчаса. Давайте будем так, чтобы мы вот эти 30 минут, чтобы мы как-то... Да. Да? Mm-hmm. Хорошо, все, я сказала все, если дополнить... Спасибо, я хочу поблагодарить, Ирина, тебя, ты наша звездочка такая, ты наш мотиватор, энергайзер наш. Есть на кого равняться. И очень приятно, Ермила, познакомиться. Соня тоже очень приятно. Давайте к этому, к январю подарим себе директора и все. Смотрите, девочки, мы подарим, если мы каждую неделю будем приглашать по одному человеку. Если мы не будем приглашать, то мы никак не будем директорами. Да. Вот и все. Хорошо. Делаем. Все, тогда всем спокойной ночи. Спокойной ночи, все, спасибо.